Всем привет, дорогие друзья, с вами Локи и Тони. Здорово. И мы продолжаем играть в World of Warcraft. На моем канале серии не было, на канале Тони были стримы, так что, ребят, мы прокачались тут слегка. Слегка. Все, кто хочет посмотреть все, что было, смотрите у Тони на канале в виде стримов. Да, там по 2-3 часа некоторые есть. Чё, как тебе, нормально капает там опыт? Нормально. Мы перешли уже на Burning Crusade, да? Да, да, да. Это у нас бастионы адского пламени. А чё, квестов тут не дают? Ну, ты будешь 60 уровня, тогда получишь квест. Как-то мы даже попали сюда очень резво и быстро. На удивление. Что-то как-то всех раскладывают так. А что такое? У тебя не получается? Да я не успеваю даже кого-то ударить. Ну, да. Да. Блин, туши нахер. Давай, давай, туши. Я уже 59-й. Ну вот, это отлично. Шмоточек у меня каких-то. Извиняюсь за посторонние шумы, блять. Сейчас что-нибудь купишь. Кто там плывет сзади? Да о, я... воздухе. А там, не знаю, какой-то здоровый дракон. Не-не-не-не-не, вот там баба какая-то левитирует. Не знаю. Ай-яй-яй. Я-я, Торы. Так, вот это тебе нужно. Да он херой моего. Так это левая рука. Ой, погнали, погнали. Наших городских. И ты там какашками таким здоровым? Нет. Огнен. Это маг, походу. Рыцарь смерти, видишь, с нами? Угу. Кстати, ты можешь рыцарь смерти уже активировать. Не могу. Почему? Потому что я не 60. Вообще-то с 55-го активируется. Да, раньше был, по-моему, 60. Никогда. Ой, все, не умничай. Почему мы квест не взяли вначале? Или он где-то наверху? Какой квест? Ну, он у меня горит. Главный разведчик. У меня нет такого. Так, стоп. У тебя 59-й, да, уровень? Да, да. А, я попробую тебе линкануть. Да. Все бери, которые я тебе предлагаю. Все три взял, да? Да, да. Мясо вот здесь вот в кучках бери. Молодец, коммунисту. А что? А, да таких тут полно будет, не переживай. С каждого босса надо будет взять по чему-то тому, что нужно. Зашибись, я сказал. Да. Ну, да. Я пытался понять. Значит, смотри, что у нас здесь. А, вот так, так у меня уже. Вот сейчас босса будет. Извините, моя вина. С босса надо будет взять обязательно квестовую вещь. Это понятно. О, начали. Ух ты, гад. Сейчас, сейчас мы его загасим. Давай, пробивание брони, включайся. Отлично. Умер. А, рука, вот не забудь взять руку и... Ай-яй-яй, видишь, там уже камни можно вставлять. Но чмот. Мне не подходит кольчуга. Ну, конечно, не подходит, это для шамана. Или для... Да, для шамана. Мясо все собрал?
всего три надо было. Да. Вот. Так что такие вот дела. Ой-ой-ой. Никитка у меня тут заплакал. Так, что там у тебя? Алло. Бегу, не молчи, не молчи, я твой думаю дисконнект. Не молчи, говори со мной. Говори. Ой-ой-ой-ой-ой, я в страхе. Так. Переживает, никого нет. В смысле? Ну, убили уже всех. Нападает по 2-3 чудик каких. Ну да-да, вот ты накаркал, смотри, что он пошел делать. Ни хрена себе. Готовь, сейчас у тебя заливаться опыт будет. Ну и всех убили уже, да? Ну, а что ты хотел? Твою мать! Не столь важно же, мне кажется. Ты и так получаешь нормально опыта. Ой-ой, там проседает, а. Так. Так, с них вроде нам ничего не нужно, да? Ткань обязательно, нить, прям нить сразу, она очень большое количество интеллекта тебе придает. Ну, где-то квест дать можно было. Не-не-не, не надо, вниз, никуда, здесь это вниз. Давай следующую амору надо завалить. С него тоже взять нужно, по-моему, какую-то часть его тела. А кстати, тут тоже можно только по квестам ходить, ой, по инстам ходить и качаться. Слишком далеко. Let's get it on. Вы смеете противостоять мне? Зараза, он иногда поглощает урон. Гаденыш такой. Ты чувствуешь, да, потяжелее уже с этими говнюками? Я пока не могу прочитать этот заклинание. Нет, нет, нет. Латы. Копыта надо взять с него. Я больше не унесу. Черт. Нам еще один нужен. Последний. Дракон будет. Раньше тут у людей были проблемы, но сейчас уже не должно возникать. Ты выиграл, да, зеленую шмотку? Так, что там было? Да, грудак. Одевай. Так, не понял. Он кожа. Как кожа? И перчатосы кожа. Странно. Да, у тебя, конечно, шмотки вообще жуткого начального уровня. Ну ладно, сейчас еще. Здесь быстро даются хорошие квесты. За квесты дают хорошие шмотки. А мне вот этих летающих еще надо убивать по квесту. Каких летающих? Ну вон над нами. Ну так и мне его нужно убить. Сейчас он сядет, не переживай. Мне просто сказал, там еще один был. Да, он сейчас спустится, сейчас мы этого дружка его завалим. Сейчас сядет вон, дружок его. Вот его сейчас и валить надо. Ну ладно, дышащий дракончик.
Да, он сейчас жопой должен развернуть от нас. Жопой разворачивать, чтобы он не дышал на нас огнем. Если дышит огнем, то мы можем умереть. Да, но я стою на хорошей дистанции. Ну ты, это ты. Здесь не все такие, как ты. Отходи. С него башку забирай. И пошли. О, побежал, побежал. Здесь должно выпустить хорошие вещи тебе. Кольцо. Можешь занидить. Мне это нужно. Но я не могу, потому что 60-й. Ну тогда я не откажусь. Не откажись. Все, я пояс наконец-то одел модный. Представляешь, у меня пояс был до этого. Пошли за мной. Здесь есть небольшая хитрость. Как не проходить весь инст? Бежишь? Да, да, бегу. Сколько у тебя до уровня, кстати? Две полоски. Две полоски. Это интересная вещь. И вниз туда, бах. Да ладно, да, я-то думал, наверное, я в обход побежал. Давай, ёпта, не умничай. Встретиться с тобой так, большая честь. Сапоги, ух ты, сапоги. Наконец-то на плечи. Ага, места нет. Дерьмо всякое там повыкидывай, всё. За Альянс. Приветствую. Ну давай, береги принять себя. Ступай с честью. Забег опять по квестам. Безумно клёво. Так. Ты, кто-то не согласился ведь, какой-то негодяй. О. Это был я. Что, опять то же самое? Поход дела, да. Нафига. Так, ну ладно, что же, мы качаемся. Я думаю, пройдем один раз по-быстрому. И все. Так. Будем выбивать тебе шмотки хорошие. Слушай, нам нужны сундуки. Что-то у нас вообще все туго. Не сундуки, я имею в виду эти сумки пойти купить на рынок. Ребята ничего не видели, кроме этих инстов. Я думаю, сейчас пройдем этот инст, слетаем в игре в Штормград и купим нам сумочки. Думаю, можно будет закончить. Ощущаешь, да, как ты быстро поднял два уровня? Просто. Почему два? Я 59-го сюда и заходил. 58-го, да? Или почти 59-го? Я 59-го сюда зашел. Да? Ну там буквально там чуть-чуть. Ну, по идее, тогда у тебя должно быть 61-й сейчас. Ну, пока у меня только 60-60 слоев. Ну, выйду, буду, наверное. По 2000 опыта получаю. Ну да, это хорошо. У нас разница тут 2 уровня. Да давайте, кто там так туго бьет их? Колечко. Ну, мы как раз тебя сейчас оденем неплохо. Да, тебе надо все поменять, вообще все. Что-нибудь выпало тебе до этого? Ты одел, нет? Ну, наплечники мне дали за квест. Здесь? Да. Мне больше всего, кстати, из одежды здесь нравятся наплечники. Вообще, как они выглядят. Слишком далеко. Что-то весь синий какой-то весь там. Пылаешь. Нормально. Ух ты, смотри, у нас оплот чистит там, смотри.
И 03 до приглашения друга. Че? Посмотри на чат, как у нас оплот чести к вам улучшилось на 6 и 0.5 за приглашенного друга. Кстати, это клево, как качается правда, здесь репутация, это на ачивки дальнейшие влияет положительно. На самом деле, я сейчас не знаю, до какого уровня. Раньше был до 60-го, дружба была. Сейчас, наверное, до 70-го подняли. Но мы это заметим. Но сейчас идет, видишь, двойной опыт, поэтому... Поэтому хорошо. Что? А, он мясо собирает, я думаю, чего он побежал. Вот это у нас паладин. Ворвался. Ой. Как его зовут? Не знаю. Так, это меня не похоже. Чин... Блин, да что же он тебе такой быстрый? Чини... Какой-то чинил... Чинилизугу. Чинлау... Чини... Лзугу. Чин будем его коротко называть. Я пока не могу прочитать. Да. Нормально, там уже рубан. Ох, ох, какой он дерзкий. Нам, конечно, нужно уже в другую локацию валить. Здесь уже нам делать нечего. Полетим, наверное, в следующую. Так, давай, жамкай, что тебе нужно. Я думаю, этой красавице такой не нужно. Нет, ей не нужно. Это тоже наплечники. Да. А, блин, ну у тебя они получше, да? Ну, да нет. Ну, жми в любом случае. Так они мне уже выпали. Так что вот... Почти... У меня больше половины, у тебя? Че, уровня? Да. Две полоски. Осталось? Хорошо. Надо подождать. Две полоски осталось. Гномики такие смешные. Так, ладно, хорошо, сейчас добьем. Опа. Это заклинание. Замечательно. Интересно, что может выпасть с этого лора? Ткань, шея. Ты что там делаешь? Смотрю, что посох. Ах. Вот посох хороший выпадет. Если он выпадет тебе. Мить его прям сразу. Да мог бы уже собрать всех. Первый.
Отлично. Ну, вперед, вперед. Че они делают? Да вон они там, не всех забили. Да. Сегодня как писькометр не поставлю. Че он так медленно бежит? Вроде как-то быстрее. Чуть-чуть-чуть. Слишком далеко. Это заклинание еще не готово. Я пока так. Стрелу заряжаю, их уже убиваю. Да нет, не столь важно, не переживай. Ваша дерзость вас погубит. А, ты, блин, разверни ко мне жопу, я ему пробью. Ладно, так что вы сейчас демона шпилюсь. Воу-воу-воу-воу, ты видел, как я улетел? Давай, 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 добивай, добивай. Энергии недостаточно. Это заклинание еще не готово. Не хватает энергии. Ну, блин, и моего. Вот, поздравляю тебя. Жми. Ну, я нажал. Что тебе нужно, да? Бляха-муха. Тварь, ей-то зачем? Сволочь, она же хилит. Нас коммунистила, сучка. Ну да. Ладно, давай посмотрим, что с последнего тебя пойдет. Ух, там много чего интересного тебе может упасть. Сейчас все, что тканевое падает тебе, нить, по идее, должно упасть тебе. Потому что она уже получила. У тебя будет бонус к роллу. А к сушам будет? Что? К сушам будет? Да. После... Обязательно. Бонус к роллу. А к сушам, если в четверг пойдете, закажете роллы у нас. О. Жаль, давай, нить. Фу ты, нить. Тащи этого упыря к нам. Перед моим господином. Ваши дни сочтены. Мой господин, уничтожь. Разворачивай. Не сейчас. Еще не время. Сейчас я ему броню понерфю. У меня нет цели. Как быстро мы. И я первый золотал. Готовься. Бери штаны. Насрать, что на дух. Бери. Должны тебе выпасть. Сука. Кому выпали? Опять хилерша? Да. Тварь. Где эта шалава? Да, она уже все свалила. Ну что, покидаем давай? Покинуть. Ну что тебе могу сказать? Надо, короче, уже в другую локацию нам бежать. У тебя 61, да? Угу. Так. Ага, ага, есть. Да. Погнали за мной. Ты здесь? Да я выхожу. Жду тебя. Эх, сволочь, сволочь. Погнали. Пока будем бежать, мы с тобой станем случайное подземелье на всякий случай. Да сейчас что вставать? Пока добежим и серию будем заканчивать. Ну ладно, погнали.
за тобой, голодный. Кабан? Да, ну что это тут? Не остановлюсь, главное не смотри, а то превратишься в камень. Ну ты мне харкнул в спину. Соплями. Вон, иди сюда. Хочешь его побить? Че у него по жизни? Да, кстати, не так и много. Да, вперед. А он типа квестовый? Нет, он просто здесь гуляет. Не, я просто знаю такой квест за Орду, когда надо было большого Йети убивать, который тоже просто ходил. Сквернобот. Этого чувачка надо будет валить толпой огромной. Но если ты, конечно, 90 уровень, то ты его убьешь с одного удара. Че, куда бежим-то? Бежим в другую локацию. Здесь недалеко. Вот здесь обычно альянс бывает. Будь внимателен. Так, кто над головой? Дракон. Уходим, бежим. Альянс, беги. Да бегу. Просто мы около их вышки. Я просто не хочу оборачиваться, смотреть, но обернусь. Он не бежит. Он хотел нас убить. Он хотел нас наказать. Ордынец. Я сейчас никак не привыкну, что мы играем за альянс. С дороги не сворачиваем, бежим по дороге. У нас еще просто бонус к бегу за гильдию, поэтому как бы нормально скачем и... Да не, вроде он решил нас просто пугануть. Да просто не успел. Он понял, что нас не догонит. Но, конечно, если бы он летал, он бы мог нас с лету накрыть просто. Ну и нам повезло, в общем. Вот нам, ты видишь, ущелье в горах. Mm-hmm. Вот нам туда. Ой, это был... Не обращай внимания. Это был NPC. Да? Мне показалось, это был 62-го левела ордынец как раз. Погнали валить его. Да. Не, это квестовый чувак. Да? Да, но я его накажу за тебя. Не, мне просто показалось, что это из-за Орды был чувак. Орды. Орда, Бладельф. Понял, как моего друга обижать. Вперед. Квесты, короче, как я понимаю, можно скидывать, да? Да, вот здесь, которые... Пик Черной Горы тоже скидывай. Полуостров тоже все скидывай. Хотя они желтые, их можно было выполнить, но я не вижу смысла. Я, короче, все отменил. Нет, только ты один, который, наверное, зря отменил. Верховая езда. Ну, да столь не столь важно. В принципе, можно и без квеста. Ну, вот они. Территории. Сейчас увидишь, она разительно поменяется. Когда ты вступишь на нее. Помочь? Да ладно. Это заклинание еще не готово. Погнали. Садимся. Вот она, новая Дзангард. Для голубых, что ли? Почему? Ну в чё, почему такие цвета? Все, вот здесь тормозим. Ядрить, мадрить. Берем вот эти квестики и, наверное, можно будет. Думаешь, стоит их брать? Да. Я потом отказываться. Ну, повыполняем хотя бы, пока инст будем следующий ждать. Ну что ж. Всем спасибо, ребят. С вами были Лохи и Тони. Пока.